Счастье складывается из многих моментов, но самое главное, это чтобы родные и близкие были здоровы, живы, рядом, счастливы. Также счастье, наверное, это мирное небо над головой, спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, возможность заниматься любимым делом. А из чего складывается ваше счастье? А у меня на данный момент нет счастья. Спасибо. И взять негде. Это слишком философский вопрос, чтобы его обсуждать вот так вот на ходу. Когда бываешь счастливым? Рядом с женой. Ну, вот видите, всегда знают. А разве нет? У меня счастье, мое здоровье, больше ничего. И здоровье моих детей. Счастье из любви, из спорта и к работе. Все, работать. Из чего складывается ваше счастье? Из прогулки и завтрака с утра вовремя, а не вечером. Фу, серьезный вопрос, конечно. Но я думаю, наверное, это... здоровья близких, счастье близких и, наверное, и свое здоровье тоже. Здоровье близких, пожалуй. А уверенность в будущем, стабильность. Пожалуй, я бы так ответил. Мое счастье складывается от моей семьи, моих детей, благополучия. Их же. Поэтому мое счастье в них. Здоровье для себя и близких. Радости в дом. Вот, пожалуй, главная составляющая счастья для жителей нашего города. С этим согласны и журналист Владимир Бензик, и оператор Анна Овчинникова.